Мартин Шульц вызывает Ангелу Меркель на теледуэль. Лидер социал-демократов требует от своего главного конкурента повторных дебатов. Какие скользкие вопросы Шульц хочет задать канцлеру на этот раз, узнаем от Татьяны Лагуновой. У Ангелы Меркель проблемы. В разгар предвыборной кампании ее заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Адвокат из Берлина подал жалобу в прокуратуру. Требует проверить педантичность канцлера ее партии в финансовых вопросах. Имени адвоката немецкие СМИ и прокуратура не называют, но вот детали его жалобы уже стали достоянием общественности. Истец подсчитал, за время предвыборной кампании Ангела Меркель как минимум 50 раз использовала для полетов по стране вертолеты и самолеты немецкой полиции и Бундесвера. За перелеты платила партия в среднем по 1500 за рейс. Хотя фактическая цена использования военного борта в разы выше – от 15 до 30 тысяч евро. Адвокат считает это несправедливо и просит проверить, не использовала ли Меркель свое положение, чтобы получить такую солидную авиационную скидку. Сама канцлер подобные претензии в свой адрес уже комментировала. Дескать, она не нарушает никаких правил и платит за перелеты ровно столько же, как и ее предшественники. Да и во время предвыборной кампании она все равно остается лидером Германии. И в случае чего должна иметь возможность быстро и без проблем попасть в любую точку страны. Примет ли прокуратура эту жалобу к рассмотрению, сказать сложно, скорее всего, нет. И вряд ли этот скандал как-то повлияет на результаты парламентских выборов. Последние соцопросы обещают христианским демократам во главе с Ангелой Меркель 37-38% голосов избирателей. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».